Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Продолжаю дальше собирать модель автомобиля Mercedes 3000 фирмы ICM. И в этой части мы соберем кабину. Как видите, у меня тут такой творческий беспорядок. Все детали посрезал, зачистил, подготовил. И теперь все это соберем в нужные для нас элементы, то есть кабину и кузов. Подготовим машину к покраске. Приступим к сборке.
Почти собрал, друзья, эту модель. За кадром собрал крылья, канистры поставил, ящички приклеил. Пришлось использовать и шпаклевку. Зашпаклевал те его щели, были довольно явно выражены. Поэтому пришлось использовать шпаклевку и потом выравнивать, убирать вот этот вот небольшой недостаток. В целом модель очень нравится, очень хорошо собирается, без проблем, как видите. За два вечера я ее собрал. Сейчас доделаю кабину, все вклею и красить уже буду модель с вклеенной кабиной. Кузов уже тогда после покраски рамы и покрашу отдельно, буду вклеивать. А кабину поставлю на место и полностью все дособираю. Практически собрал автомобиль. Автомобиль готов полностью к покраске. Не устанавливал только пока что стекла. Но это буду устанавливать уже после покраски внутрянки кабины. Не устанавливал знак автопоезда. Его тоже буду красить отдельно. Дворники и запасное колесо. И руль поставлю уже позже. Очень понравилась машинка в сборке. Модель довольно интересная. Небольшой такой вот Mercedes-Benz. Теперь, кому интересно, смотрите следующие серии. В следующих сериях уже будет покраска и визиринг. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.